Ребят, я практически добрался. Это печенежское водохранилище, Динамовский залив. Дорога сюда достаточно долгая пешком. Вон уже водохранилище. Сегодня планируется рыбалка солнечным днем, мороз. Температура сейчас минус 13 где-то, в Харькове минус 10. Посмотрим, что получится. У нас такие погодные качели. Позавчера было 0, вчера минус 5, сегодня минус 15 почти. Ну, давление при этом 752. Будем смотреть. Погнали на лед. Люди присутствуют, все в палатках. Там вообще огород какой-то огромный. Открыл я карту глубин. Вон впереди у меня палаточный городок. Как раз сидит там примерно на глубинах. Я чуть в стороне стану. Как видно, тут еще есть места. По карте я слегка сориентировался. Но она, надо понимать, не сильно точная. Поэтому я беру сейчас серию лунок. И дальше уже буду смотреть по факту. На глубине 8 метров, но это не иначе, как рыба, по идее. Буду кормиться, осталось у меня снова прикормка. Взял я еще вот такую вот лещ, холодная вода. Наверное, ее замешаю. Лещ, плотва, мотыль оставлю на всякий случай на докорм. Ну и кормовой мотыль, естественно. Солнышко потихоньку начинает вставать. В качестве резерва решил я закормиться на 4,6. Такое место интересное. Вот там вот 8, а здесь уже выход на 4,5. Пожалуй, пора ставить палатку, потому что все в домах сидят, а я мерзну. Солнце как раз вот касается вершин палаток. Красота. Не нравятся мне вот эти штатные крутилки. Их пока загонишь в лед, можно постареть. Титан идет как в масло. Вот и оно, солнышко. Больше света, любителям света. Ну что, все настроено, я готов к ловле лещей и подлещиков. Можно погружаться в дом. Это просто класс, не дует. Возьму я для начала, наверное, маленькую мормышку и попробую на игру сразу. Вы смотрите, лунки подмерзли, пока я тут с домом игрался. Но на открытом воздухе они, конечно, гораздо сильнее подмерзают, чем в палатке. Мотыля, как всегда, нагрузили добряче. Ну и, собственно, классный такой, чистый, свежий. Не успел еще подмерзнуть, пока его сюда донес. Вроде шевелится. Сейчас 3-4 мотыля и в бой. Кормового, кстати, сегодня не было. На Ужгородской пришлось брать на 602 микрорайоне на выезде. И вообще сказали, что он будет дорожать. Морозы грядут, что ж поделать. Замерзают лиманы, где его моют. Эта мормышка, конечно, слишком легкая. На такой глубине погружается целую вечность. Еще и при том, что
леска достаточно толстая, еще из памяти, я даже не помню, что тут за леска стоит. Только что была небольшая поклевка. Что-то первое пошло, ребята. Дождался чего-то первого. Что-то весит, не сильно тяжелое, но что-то весит. Сильно, ну, дергается даже. Вот он, пожалуйста. Первый красавчик из глубины 8 метров. Дюбл. Негодяй. Ну, такой вполне себе съедобный пойдет. Ребята, первый подлещик на базе. Это значит, что все, что было сделано до этого, не зря, и рыбалка уже считается открытой. Тем временем там ветер усилился, а в доме хорошо. Лунки, несмотря на то, что здесь теплее, внутри все равно подмерзают. Есть небольшое течение. Этот идет у нас на игру из соседней лунки. Дергает что-то там. Идет. Смотрите, какой мирный красавчик. Точно такой же, как первый. Класс. Я доволен, просто красота. Вот это начало дня, я понимаю. Так, с какой-то у меня затишье. Похоже, я двух разведчиков подстрелил. Поэтому пора попить чаю. А, я его уже достал. Сегодня я с большим термосом. Все-таки холодно на улице. Поэтому чая много не будет. Вот то, что надо. О, что тыцкает, тыцкает. Никак не дотыцкает. Снова у меня что-то на игру. О, что-то поддавливает. Не буду форсировать. Дергает. Ну, вот такой, не слишком крупный. Ну, дергал. Кормом. Гадит кормом моим. На белую мормышечку, за нижнюю губу, а не за верхнюю губу. Все нормально. Мормышка хорошо всекает, не могу ее. Ох ты, куда ты дергаешься, так негодяй. Тихо. Сейчас я тебя отпущу к твоим корешам. Пока мормышка, стоячий крючок, 2-1 в пользу мормышки. На игру 2 штуки поймано. Лунки нещадно подмерзают. Диаметр все уменьшается и уменьшается. Надену я, пожалуй, на коленную мотыльницу. В ней немножко теплее мотылю, чем в обычной коробке. А то чувствую, он скоро замерзнет. Обычную коробку пенопластовую можно будет спрятать куда-то, где потеплее. Здесь все-таки от ноги будет греться. Ну и плюс под рукой все время. Смотрите, какая порция. Это просто жесть. Вот так пока мне, наверное, хватит. Ну что, настало время сходить, наверное, в сторону берега. Проверить, что там
на глубине 4,5, тут все пусть постоит. Сейчас, может, немножко откину удочки, чтобы их не уволокло вдруг что. И налегке туда сгоняю. Посмотрим, что там. Возьму какую-нибудь балалайку. Ну вот, например, с достаточно крупной мормышкой. И погнали. Так, лунка тут уже, конечно, нифига себе. Уже полностью замерзла. Это да. На улице сейчас вообще не вариант рыбачить. Так, буквально сразу поклевка на первой проводке. Ну, что это такое? Это окунь. Очень интересно. Такой неплохой вроде. Так, продолжаем. Тут у меня мормышка достаточно крупная, 0,8 грамма. Смотрите, что творится. Сразу вторая поклевка. Ну, это микроплотва. Так неинтересно. Так, пока кошачья радость пошла. Или даже не плотва, это непонятно что. Кошаки меня радуются, что я зимой рыбу ловлю. Прям аж визжат. Дерутся, можно сказать, за рыбу. Так, ну что, третья проводка, что у нас будет? Что нам покажет? Будет дело или нет? Так, была поклевка сразу. Кивок какой-то железный у меня. Никак я к нему не могу нормально приноровиться. Еще и ветер немного мешает. Сейчас я сел так, что он мне в спину дует. Опа. Да, тут дубасят, можно сказать, как с пулемета. Это у нас густера. Густера, густера, густера. Пока все кладется туда. Ну, посмотрите, тут вообще клюет реально на каждом забросе, на каждой проводке. Но, о, смотрите, это уже приличная плотвинка. Такая съедобная, тараночная. Хорошо. Вот интересное место. Тут получается выход с русла. Вот, пожалуйста, вся рыбка приходит сюда. Крутится здесь покушать. Нас, конечно, интересует больше подлещик покрупнее. Ну, там пока на базе все стало колом. Ну, и солнышко греет, поэтому можно выйти немножко помёрзнуть. Тут чем плохо рыбачить на улице, леска цепляется за лед, просто какой-то капец, и лунка мерзнет. Можно сейчас все пообрывать. Сейчас посмотрим, будет сразу поклевка или нет. В общем, тут надолго меня, конечно, не хватит. Я тут сижу пока 5 минут. Ловил 4 рыбы. Вот это да. Вот это клев. Ну, увидели сразу. Но проспал, проспал. Опять. Или это за лед цепляется, не пойму. Может и за лед цепляться. Кажется, что поклевка. Подъем, подъем был. Ё-моё, ну, прям спортивный интерес. Обычно так, наверное, мне кажется, что так дзёбает, дергает, поклевывает густера.
Давай. Ух, рывок был. Ну, у меня с реакцией чуть не то. Давай еще одну рыбу. Ух и ветер. Да елки-палки, что ж ты не сечешься, ну? По такому ветру с кивком, на мой взгляд, можно рыбачить только более-менее тяжелыми мормышками. Иначе без конца это будет все тонуть, путаться и все такое прочее. Здесь лесочка 0,1. Мормышка 0,8. В принципе, нормально. На этой глубине вообще отлично. Быстро все. Опа, подъем. Так, кто там у нас идет? Устера. Я же говорю, долбит так устера. Уже и все съело. Такое ощущение, что на пустую мормышку клюет. Опять полосатый. Ну, полосатый, я вам скажу, приличный. Съедобельный. Я их просто обожаю копчеными. Вот если бы их поймать штук 30, вот это была бы тема. А так только в засол. Но тут, конечно, прям спортивный интерес. Потому что оно клюет очень хорошо. Размер не радует. Но зато весело. Чем сидеть, ждать. Море погоды. Сход. Еще один окушарик. Это он, конечно, на мотыль пришел. Если бы тут чисто кормом подкормить, то крутилась бы, наверное, в основном плотва на этой глубине. В общем, ребята, вы, наверное, поняли. Тут можно норму сделать где-то за час, но оно все будет мелкое. Поэтому я, наверное, сейчас этот процесс нельзя закончить, его можно только прекратить. На каком-то моменте я сейчас остановлюсь, пойду, сделаю сюда одну кормушку, еще закину. Ну, чтобы рыба на всякий случай тут стояла. Может, что покрупнее подойдет. И пойду греться в палатку. Кстати, интересно. Здесь у меня медная мормышка. Надо попробовать ее там на леща. Ух ты! Скайтеры! Вот это прикол! Это что-то. Да не, все равно мелочь, мелкая устера. Так, по-быстренькому, по-быстренькому вкидываем кормушку. И на базу. Руки мерзнут, все мерзнет. Лучше в доме. Давай. Все на дне. Надо чуть-чуть бы поднять, конечно. Ух, тут вообще хорошо, такое ощущение, что отопление включили. На базе хорошо и уютно, но не клюет, прям как дома. Что делать, непонятно.
У меня еще одна вроде бы есть промежуточная лунка на этой глубине. По-моему, я туда закидывал кормушку, но она тоже на улице. Нужно туда сходить, попробовать, поиграть. Ох, лед трещит, просто капец. Вот это чудеса, клюнула на стоячую мормышку. И такое поувесистее, чем там на улице. Что-то дергает, подергивает. Интересно. Ух ты, ё-моё, текать начал. Вы видели там? Надо его подморить немного. Не дергайся, я тебя прошу. Не дергайся. Клюет на глубине. Ну, день просто великолепный. Я доволен, нет слов. Наконец-то что-то на поплавок. Что-то явно не густера. Покажись там в лунке. Ну, лесочка потрескивает. Гуляет, 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 малыш. Опа. Ну, стандарт для этого места. Эмоции дарит обалденные. Вышел я, разбурил лунку на глубине 4,5. И вот тут вот еще я вспомнил, что у меня есть далеко закормленная лунка. Как раз на свале вот тут. Сейчас тут попробую поиграть. Тоже пришлось разбуриваться. Так, ну что тут на глубине на этой? 4,5 метра. Ничего не укрупнилось. Сразу поклевки. Сразу поклевочки. Ну сидеть тут просто невозможно. Даже в неопреновых перчатках руки мерзнут. Я бы без будки тут просто околел бы уже давно. Сейчас в районе 12 часов. Что-то висит уже. Что-то повисло. Весело, конечно, но... О, полосатый. Полосатый нас радует. Радует нас. Пойдет. В общем, тут на мелкоте... Неинтересно, клюет как из пулемета, но очень мелкая. Вот сейчас что-то хоть какой-то вес имеет. До этого что-то вообще мелочь клюет. О, остерка, хоть сколько-нибудь приличная. В общем, совсем-совсем разнорыбится. Но... Дубасит то, что называется. Как не в себя. Руки мерзнут так, что мотыля надеть проблематично. Ну и вообще леска цепляется. В общем, ребята, вы сами видите, какая ситуация, да? Клюет хоть на мелкоте, клюет вот сейчас у меня здесь на глубине, здесь редко, но метко. На глубине 8 метров не было поймано ни одной какой-то такой мелкой рыбы. Ни окуня, ни густеры, только подлещик. Не слишком большой, но... Стандартный, стабильный.
пора уже и поесть, потому что час дня. Не могу отвлечься прям. Вот это рыбалка. Еду я сегодня взял в термосе. Это проще всего. Так, надо ложку достать для того, чтобы быстро поесть и не мучаться. Пищевой термос рулит. О, то есть вообще полна коробочка. Сейчас как дам. Вот это тема. Горячее все. Сейчас поесть и будет вообще топ-набор. Пока я ел, поклевок не было. И знаете, что я решил сделать? У меня осталось немного кормового мотыля. У меня есть такая вот маленькая кормушка. Я сейчас попробую докормить чисто кормовым мотылем. Ну что, ребят, ситуация следующая. Половина третьего. Да корм ничего мне не дал. Рыба больше не отзывалась. Поэтому придется сворачиваться. Как-то так. Самое главное — дом собрать, чтобы его ветром не унесло. Посмотрел, на самом деле сейчас всего минус 11, но из-за того, что дул ветер, казалось, что гораздо прохладнее. Если вам понравился такой видосик, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо и пока.